23 марта на сцене Югостинского госдрамтеатра состоится спектакль по пьесе Чехова «Три сестры», который представит Северостинский русский академический театр имени Вахтангова. Труппа русского театра прибывает в республику накануне Дня работника культуры, который отмечается 25 марта. Ранние гастроли русского академического театра в Южной Осетии проходили весной 2019 года. Показ спектакля – благотворительный, вход только по пригласительным. Мох фахветом на город интеллигенции, что мой спектакль родился. Охам подаршилися директорма Владимиру Воровна, что мой спектакль архаса, мать захоштер бузник на президента. На второй день состоится показ спектакля для маленьких зрителей. Премьера спектакля «Три сестры» по пьесе Чехова состоялась во Владикавказе в марте прошлого года. Одну из ролей в ней играет худрук театра Владимир Уваров, который является кавалером Ордена Дружбы Республики Южная Осетия. Режиссером постановки выступила Изабелла Каргинова. В рамках Дней осетинской культуры на Арбате с 5 по 8 апреля театральная общественность российской столицы увидит спектакли «Антигона» и «Фандо и Лис». Курс Бертана Макана Касенчум, Кадон Сорстуш Хабарта. С тем он уже Мохтар на дирекции Фершидар Моршеди Йохан Кобор, мы вот два театра, мы так рады, что там Мохан не спектакль. Мы в Вахтанговский театр, Гетцелес Сценал, мы сам молодежный театр Кахунич, а уже площадка, рады, что там такой спектакль. Петер в Десершауте не еще пара спектакля в Москве. Мы в историк он шел Мохан, мы в Чохот на театр шел Москва, Рта спектакль мы, когда он в Вестершевчесте, как фазанч, Москве и театр. Югостинский госдрамтеатр проведет Дни осетинской культуры на Арбате по приглашению Центрального дома актера. Госдрамтеатр представит 4 спектакля. Кроме того, состоится творческий вечер театра при участии ведущих артистов московских театров и кино. По словам Тамерлана Дзуцева, выступления госдрамтеатра будут способствовать популяризации осетинской культуры в России. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Азиз Багаев. Информационный выпуск сегодня.